Итак, ребят, всем привет, добро пожаловать на мой YouTube-канал, меня зовут Женя Гейн, и сегодня я наконец-то снимаю вот такого плана видео. О, я так счастлива, что я сижу и накрасилась, и такая довольная, позитивная, разговариваю с камерой, то есть с вами, я знаю, что вы увидите, и то есть я разговариваю с вами, вообще, что я несу? Ладно, проехали. Это видео будет про подарки. Сейчас канун Нового года, Рождества, и что же еще остается делать, как не выбирать подарки, или, может быть, вы уже выбрали подарки, может быть, я кому-то подам идею. Дело в том, что я хотела, да, понакупать в Америке разные прикольные товары и показать вам, как идеи подарков, но я подумала, зачем вас дразнить, если вы не сможете, да, точно такое же купить, потому что доставки нет в наши страны, и, ну, думаю, зачем вас дразнить? Лучше я покажу вам то, что вы сможете реально заказать. Поэтому я буду показывать вам товары из сайта iHerb, очень интересные наборы, подарочные наборы, и кое-что вообще то, что у меня есть, новенького, прикольненького. А эти наборы уже сформированы на сайте, то есть там вы заходите, выбираете, там есть для детей наборы, для женщин наборы, для спортсменов, для мужчин. Очень много разных наборчиков, примерно в пределах $50 они стоят, и там сразу, ну вот, в принципе, есть все. Вы заказываете этот набор, и вам уже готовый подарок приходит для того, кого вы заказываете. Я вам сегодня покажу один мужской набор, то, что я заказала, и один женский набор. Да, и кое-что из новинок, вот. Я не стала заказывать детское, потому что там есть все как раз-таки в этом наборе, то, что у меня уже есть для Сары. Я заказывала там шампунчики детские, бальзамчики. У меня все это есть, поэтому не стала повторять, но вы можете заглянуть, если вам интересно. То есть для детей и для всех там есть. Что, начнем с самого интересного, с набора для мужчин, да? Первое, то, что я вам хочу показать, body wash, это огромная бутылка, просто пол-литра шампуня. Но я так предполагаю, что это не только body wash, но можно еще и мыть голову, потому что мужчины обычно же наливают на себя вот так везде. Им нет разницы, чем мыться вообще. Думаю, все-таки раз написано body wash, значит, это для тела все-таки. Но я думаю, что и для волос тоже. Вот. Запах очень приятный, мужской. Мне нравится, что вся вот эта продукция, которая приехала, она реально мужская. Вот знаете, глядя на баночки, вы сразу поймете, что это точно не женское. И мужчинам обычно как-то непривычно дарить, да, какую-то косметику. Кажется, что это немножко как по-женски. Но все эти продукты, они действительно мужские. Во-первых, запах такой нейтральный, мужской. И сам дизайн упаковок тоже мужского. Здесь сам этот гель для душа матовый, такого хаки цвета, то есть, ну, такое чисто мужское для тела. Ух, вообще ни капли женского в этом нет. Хотя, мне кажется, женщины, которые любят мужские ароматы, будут тоже заказывать эти штуки, потому что классно пахнет. Кедр кипарис. Пахнет мужиком. Да, у меня подруга есть, она, когда ложится спать, она наносит мужской аромат на подушку. Ей очень нравится. Это не значит, что у нее никого нет, у нее есть муж, но ей нравится вдыхать аромат вот этот мужской, когда она спит. А мне кажется, что это как-то сексуально. Кедр кипарис, очень приятный аромат, такое впечатление, что вы находитесь где-то в бане, лесной такой запах, и я думаю, что понравится любому мужчине, плюс ненавязчивый аромат. По отзывам я почитала, что нравится всем этот шампунь, плюс ко всему натуральный полностью состав, и не тестируют они на животных, нет никаких парабенов, вредных штучек. Все очень даже healthy. Так что вашему мужчине должно понравиться. Теперь я покажу два средства, но уже для лица. И тоже смотрите, да, чисто мужская упаковка. Бульдог. Face washing and cream. То есть умывание и увлажнение. По отзывам читаю, что косметика это очень хорошая. Также состав натуральный, можно также все это писать вашему мужчине, что не тестируется на животных, что очень все healthy, натурально. Мне понравился состав, он очень простой. Алоэ. Алоэ любят всех. Рыжик и зеленый чай.
Класс. Про крем я слышала то, что он не блестит на лице, не ощущается, впитывается хорошо, увлажняет и нет вот этого блеска, как после крема. То есть он такой, не то что с матирующим эффектом, но его не видно на лице. Чисто мужские продукты. Так интересно, они в этот набор положили несколько продуктов. Один – это бальзам после бритья, а второй продукт – это бальзам для бороды. Чтобы наверняка не ошибиться, если он бреется, то вот бальзамчик. А если вдруг у него борода, если он какой-нибудь хипстер там или, ну, как там, любит же бороду отращивать, то вот бальзам для бороды специальный. А вот это чудо-бальзам, он тоже не тестируется на животных. Я бы не сказала, что это бальзам, это жидкость после бритья. Ох, класс. Дай-ка я попробую. Только я не буду на лице использовать. Ой, пахнет травкой. Супер, вообще супер. Понравится точно. Знаете, пахнет травкой, пахнет мужским таким чем-то. Немножко свежести, типа лимончика. Ой, замечательно вообще, совсем чуть-чуть. Очень приятно. В общем, здесь тоже нет парабенов, нет всяких химикатов и не тестируется на живот. Вот такой был интересный набор для мужчин. Наборы не меняются, вот они как стандартно продаются, так и продаются. В принципе, я думаю, что зачем что-то менять, если уже есть готовое и не нужно искать по всему сайту, что же тебе заказать. Все очень просто. Вот набор для женщин, вот для мужчин, вот для спортсменов, вот для детей, вот нате вам. Класс. Но правда, оно все приходит в коробке в разброс, не как набор. Вы уже дальше сами должны сформировать по пакетам и все, и подарить. Следующий набор я заказала для себя, любимой, для волос. Шампунчики, бальзамчики, все для красоты ваших волос. В женский набор вошли два средства для волос. Это кондиционер для волос и шампунь для волос с кокосовым ароматом, с кокосовым маслом, с coconut oil. И отзывы хорошие. Я, кстати, видела, что блогеры хвалят именно вот этот бренд, шампуни и бальзамы для волос, и довольны результатом. Я никогда, честно сказать, не пробовала, но раз это сделали в наборе, значит, это действительно хорошие продукты, которые работают, потому что они обычно в наборы вкладывают самое все хитовое. Буду пробовать, тестить, но бальзамчики большого объема, 237 мл. О, как я люблю аромат кокоса, кто бы знал. Класс. Очень приятный и отзывы хорошие, как бы работает, все увлажняет, промывает. И мне нравится, что такие тюбики можно, в принципе, перевозить с собой. Удобно. В женском наборе для волос также есть маска для волос с аргановым маслом. Эта маска вообще хит, хит продаж. Я читала, что у этой маски потрясающий аромат. О, вообще какой кайф. Боже, это как будто персик. Класс. Супер аромат. Читала отзывы о том, что эта маска действительно увлажняет и питает хорошо волосы. Особенно для поврежденных волос, для блондинок. Я аж покрасилась. В принципе, да, вот как сделала, вот волосы наверх собрала. Особо не видно, что покрасилась. Ну, чуть-чуть. Вот. Такой вот эффект. Мне нравится. Я довольна. Маска с аргановым маслом. Миллион положительных отзывов. И объем 226 грамм. То есть много. Хорошие продукты. Я не пожалела вообще, что заказала такой набор, потому что мне это нужно, и я все время это использую. Также в наборе была расческа. Эта расческа супер крутая, я вам уже про нее рассказывала. Вообще, мне познакомилась с ней моя подруга в Алматы. Она мне подарила эту расческу. Она говорит, у тебя есть эта расческа? Я такая, нет, у меня есть другие, Tangle Teaser, они же вообще крутые. Она такая, нет, подожди, ты должна ее попробовать. Я, говорит, тебе ее закажу с Эхерба. Обычно же я все заказываю с Эхерба. Такая, ну, в принципе, я могла бы сама. Она такая, не-не, я тебе закажу. И она мне ее подарила. И что вы думаете? Она заняла первое место среди всех моих расчесок. Она, конечно, конкурирует с японской расческой, которая тоже у меня недавно появилась. Иногда я беру ее, а иногда я беру японскую. Все, больше Tangle Teaser не работает. Вообще не работает на моих волосах после этих расчесок. Советую попробовать и заказать, потому что она стоит недорого и классно прочесывает ваши волосы. Это массажная расческа, мягенькая, вообще суперская. Они бывают разных оттенков, там в наборах продают. Это стандартная розовая.
класс. Не ломает волосы, не портит и супер прочесывает колтуны любого разряда. У меня колтуны очень часто, потому что я делаю начес себе, так как у меня плоская голова чуть-чуть бывает. Когда примнуга, когда много сплю, так она прочесывает все вообще. Вот это вот вообще супер must have, закажите себе обязательно. А также в наборе чистое органическое масло жожоба для волос и для лица, еще можно его использовать. И опять же, отзывы только положительные на него. И я, да, я тоже не пробовала никогда масло жожоба, только слышала о его чудо-действиях, поэтому буду пробовать. Все это мне нужно, потому что я свои волосы восстанавливаю теперь. Многие пишут мне: Жень, зачем ты испортила, зачем ты, тебе это надо, типа, сначала портить, потом восстанавливать. Я от этого кайф получаю, почему бы и нет? Вы знаете, что я регулярно раз в год или там чуть реже подстригаю свои волосы, крашу, издеваюсь как могу, они все равно растут, они все равно... Мне весело, мне так хочется сделать, потому что мне с одним цветом всегда было скучно. Я еле терпела, честно сказать. Ой, запаха вообще нет. Тут еще пипеточка, посмотрите, вау. А теперь еще покажу несколько продуктов, которые я заказывала до этого, раньше, тоже с сайта iHerb, то, что мне нравится, то, что я пользуюсь. Во-первых, я заказала виноградное масло, и запомните, кстати, вот этот бренд, здесь идет жестяная банка, алюминиевая, вернее, извините, и вот этот бренд выпускает различные масла, у них есть миндальное, оливковое, вот виноградное, ну, авокадо я очень люблю заказывать, кстати, такого же бренда, на салаты, это я беру на салаты. Написано, что можно жарить на нем, но не советую портить, потому что очень хорошее масло. Кстати, его можно наносить на тело тоже. Еще хотела показать, если у кого-то есть посудомоечная машина, вот такие вот таблетки для мытья посуды. Они органические, они без химии, без вот этого всего, ароматов там. То есть не вредны. С этими таблетками не страшно вообще мыть посуду. Как бы мы знаем, что все равно плохо смывать машинкой, остаются вот эти все химикаты на тарелках. И даже иногда мы достаем, и прямо они такие немножко гладенькие. А вот с этими таблетками нет, все это так промывается хорошо, они такие крупненькие, недорого, стоят всего $5, а здесь 20 штук их, ну, прикиньте, да, замечательно. У них, кстати, есть все для посудомоечных, еще на iHerb есть всякие там средства для мытья там всего, окон, для стирки вещей, все тоже крутое, без химии, полезное, кто помешан на вот этом всем, советую заглянуть. И запомните еще вот этот бренд, нитка для зубов, если вы ищете хорошую качественную нить для зубов, что у меня с этим проблемы. Вы можете отнестись к этому несерьезно, потому что зубная нить звучит как-то несерьезно, но поверьте мне, я уже знаю толк в зубных нитях, что я тут их уже перепробовала все и не могу найти нормально. В магазине покупала несколько, они такие, знаете, тонкие, ничего особо не прочищают и даже режут десна. Вот это очень крутая. Во-первых, она натуральная вся. Во-вторых, она разбухает между зубами. Когда вы всовываете, она сначала тоненькая, вы всовываете, начинаете вводить, и за счет вашей слюны она начинает вот так разбухать на множество волокон, и уже когда вы ее вытаскиваете, она такая уже разбухшая, как щеточка, и она, то есть, все хорошо убирает. Замечательная нить, я уже заказываю второй раз, у меня до этого была розовая упаковочка, сейчас они мне зеленую прислали, не знаю почему. Для Сарочки я заказала теперь омега-3, это вот такие рыбки желейные, рыбий жир. Она от них плюется почему-то, хотя они написано, что здесь с фруктовым ароматом. Я даже не пробовала, давайте я попробую специально для вас, чтобы уже понять, почему она плюется. Но она их ест, я заставляю, но она такая... Фруктовый вкус, апельсин. Но присутствуют еще и рыбки чуть-чуть. 300 миллиграмм омега-3. Она их, в принципе, ест. И мне понравилось, что они еще желейные, такие очень мягкие. Как обычно, я заказала жвачки с ксилитолом. Здесь огромное их количество, 100 штук. 100 штук. Вкусные, корица и фруктовые. Вот эти фруктовые очень вкусные, похожи на баблгам. С корицей тоже классные, я их миксую, но после теперь этих жвачек я вообще не могу никакие другие жевать. И еще для Сары я заказала леденцы с медом манука. Представьте себе, они, конечно, на вид не очень. И если ваш ребенок любит мед, они, ну, так они выглядят красные, а на самом деле они коричневые немножко. Я сейчас покажу. Вот. И у них
в составе действительно мед манука. Он очень полезный. Почитайте о полезных свойствах меда манука. Угу. И для детей вообще замечательно. Здесь малиновый вкус. Угу. И прям мед чувствуется. Представьте себе. Вот такое у меня получилось интересное видео. Я надеюсь, оно вам понравилось, было полезным. И вообще, как бы, с наступающими вас праздниками. Пишите ваши комментарии, что вы думаете обо всем, об этом происходящем, обо мне, как обычно. Ой, я уже, знаете, не обращаю внимания. Столько всего пишут. И отвечать всем, да, как-то оправдываться неохота. Ну, кто мой человек? Он всегда будет моим человеком. Тот будет смотреть мои видео, любить меня за все, да, там, что бы ни произошло, в принципе. Это как друзья, как родня, как друзья. Если вам нравится человек, если вы с ним дружите, то вы его принимаете таким, какой он есть, в принципе, да. Ну, а если вам человек не нравился, то стоит ему сделать какую-то ошибку или что-то не так, или вообще что-то сделать, вы сразу начинаете его обсуждать, осуждать, и вообще при любой случайности, случайной возможности вы перестанете с ним контактировать. Поэтому я считаю, что мои зрители, мои подписчики, которые меня любят, которые со мной, которым я интересна, они будут всегда со мной, они будут, не будут писать гадости, не будут меня обсуждать, защищать меня будут. Главное, что у меня есть настоящие друзья, у меня есть классная жизнь, я люблю людей, которые меня окружают, люблю себя, люблю вообще все на свете, и я не обращаю внимания на негатив, поэтому... Вы хоть запишитесь, вот честное слово. Вы хоть засомневаетесь во мне. Вы хоть что делаете, как бы, doesn't matter. Вообще. Всем спасибо за просмотр. Мои люди, передаю вам огромный пламенный поцелуй. Люблю вас всех, целую. Скоро будут новые видосики. Пока-пока.